Самого доброго времени, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Сегодня уже 17 января на дворе. Я еще 2 дня подождал от 15 числа в надежде получить ваши заявки. Тем, кто не в курсе, сейчас расскажу, что в своем новогоднем обращении я обещал, пользуясь наличием бороды, немножечко поиграть в Деда Мороза и исполнить чье-то желание по записи. Будь то реклама или поздравление, или еще что-то, может быть, какой-то рассказ. Заявок, честно скажу, было не так уж и много. Вы оказались более скромными, чем я ожидал. Хотя не поскромничали многие и очень даже мне под елочку не забыли положить подарки. За что отдельное огромное спасибо каждому, обнимаю всей душой. Но вернемся к основной теме. Итак, это победитель нашего, как это назвать, розыгрыша, наверное. Короче говоря, мой подарок, запись, достается слушательнице по имени Дарья. И я обещал рассказать почему, и почему я выбрал именно ее. Потому что она пожелала даже не для себя, а вот так же, как и я, допустим, забочусь о своей больной маме, и благодаря чему появились вот эти аудиокниги, в принципе. Я снимался в кино, но вдруг вот так вот стал привязан к месту, к одному лежачему инвалиду, и стал записывать аудиокниги. И мне понравилось, теперь я полностью уже на них перешел. Я ушел из кино. Вот. И она также точно просит не для себя. Она просит для бабушки. Она говорит, что Костя, бабушка всю жизнь работала в библиотеке. Очень любит книги, слушает вас. И как я могу отказать? Для бабушки я запишу обязательно поздравление. День рождения у нее будет в мае. И это официально мое обещание. Что поздравление, вот такое, классное, какое вы выберете сами, мы с вами все обсудим, Дарья. Оно обязательно для вашей бабушки прозвучит, будет записано, смонтировано, сделано, все красиво, все от меня, от вас, ну и так далее. Что ж, победитель есть? Огромное спасибо всем за участие. Друзья, еще раз со всеми вас праздником. Будьте счастливы, вы и близкие. И огромное спасибо за всю ту поддержку, которую вы оказываете комментариями, которую вы оказываете финансово, без нее вообще никак. Мы с вами за 2 года сделали студию профессиональную, достойную по качеству ОРТ, там, РТР, я не знаю, там, Радио России, что угодно. Крутой микрофон, крутое оборудование. Да, это все там, я называю музыкальной ипотекой, я за это еще за все должен, но вы поддерживаете, я выплачиваю. Вот за это, за все огромное спасибо. Мы поздравляем Дарью с победой. Бабушка обязательно услышит поздравление свое. Любите своих близких, будьте счастливы, дорогие друзья. Всех обнял, всей душой.